Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В четверг в Самарской области будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время от 0 до минус 6 градусов, ночью минус 1, минус 3. Ветер юго-восточного и южного направлений 2-6 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, осадки в виде снега. Днем 0 градусов, ночью 3 ниже 0. Ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег в течение дня, днем минус 1 градус, ночью также минус 1. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 2 градуса, ночью минус 4. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.